Подробнее о внешнем облике города мы поговорим сегодня в 20:00 в программе «Прямой эфир». У нас в гостях Дмитрий Васильченко, советник главы городского округа Химки, и Иван Долженко, начальник отдела предпринимательства потребительского рынка и услуг. Уважаемые телезрители, если у вас есть вопросы, задайте их по телефонам прямого эфира 575-94-94 и 572-66-28, код города 495. Напоминаю, начало программы сегодня в 20:00.